Привет, я Frosty Templar, и это снова Cult of the Lamb. Продолжаем прокачивать наш с вами культ добра и бобра, продолжаем убивать боссов, продолжаем заботиться о наших последователях. И да, было уже два запроса воскресить Владимира, нашего последователя главного и хорошего, и воскресить Чичмана. Поэтому давайте сегодня попробуем это сделать. Так, давайте проверим. Запись идет, все хорошо. Я немножко все еще долблюсь со светом. Поэтому свет может мерцать, может моргать, меня может быть плохо видно, меня может быть, да вроде бы нормально. В общем-то, не привык я еще к свету, к лампе. Тут свет падает немножко по-другому, приходится настраивать ее иначе. Но я думаю, что мы можем с вами продолжить. Так, мы с вами победили целых трех боссов уже. Да, не смотрел предыдущую серию, ссылочка на плейлист в описании под видео. Посмотрел, подписался. День 48, мы уже 48 дней тут что-то делаем, что-то копаем, что-то сажаем. Давненько мы не были в нашем культе, посмотрим, что тут происходит. Так, еще раз проверим свет, запись, все отлично. Все работают? Так, ты вернулся, да? Че ты хочешь? Подожди, выслушать. А Владимир-то вас... Вот он, Владимир-то. Вот Владимир. Он добыл нам мясо, добыл нам ножки какие-то. В общем-то, Владимир справился вполне хорошо. Так, получить награду. Давайте заберем все награды. Что тут еще? Тут один камушек, два деревца. У нас очень много камней. У нас... Давайте соберем, наверное, тыковки. Попробуем их накормить. Они тоже вроде бы сытые, вроде бы довольные. Собрать тыквы. Все тыквы собирать не будем. Проверим уборные, потому что они задолбали все-таки срать. Они срут и срут, срут и срут. Цель их жизни — это срать. Так, пойдемте посмотрим, что с вигвамами. Вигвамы не разрушены, все хорошо. Это у нас кто такой? Брион. Перевоспитать. А, уже пытались. Ну, посиди в тюрьме немножко, недолго. Я тебя когда-нибудь выпущу. Положить на счет. Давайте семя свеклы. Давайте попробуем выращивать свеклу. Свекла, по-моему, нужна на всякие эти, на всякие элитные корма, элитную еду. В общем, на деликатесы, чтобы все последователи были точно довольны. Так, кушать! А что сегодня будем кушать? Сегодня будем кушать вкусную смесь. 5 штук. Я одну сам съем, кстати. Съем, пожру. В общем-то, это мое. Хотя нет, я, наверное, себе что-то обычное приготовлю. Мне же без разницы, что кушать. Вот пусть будет мясной рагу. Я не получаю никаких бонусов. А, я уже съел, что ли? Ну ладно. Так, получить откровение. Шатер. Получен. Надо, кстати, улучшить. Святилище. Материалы. Место, где последователи могут превращать всякие материалы в улучшенные материалы. Хорошо. Ферма 2. Они будут складывать урожай в сундук. Исповедальня нам нафиг пока что не нужна. Но, наверное, нам нужно качать ферму. Открыть. Попробуем улучшить ферму. Чтобы самим не собирать никакой урожай. Так, забрали. Давайте попробуем построить. Так. Что это такое было? Что это было? Ферма. 10 элитного камня. А, 10 элитного дерева и элитного камня. Хорошо. Давайте делать. Это все очень долго делается, конечно, ну ладно. Так, на исповедь, на проповедь давайте, все ко мне собрались. Не знаю, читали, не читали? Ага, читали. Так, давайте посмотрим, что по ритуалам, попробуем воскресить. Оживление не работает. Чичмана воскресим потом. Владимир у нас жив-здоров, но, по-моему, это не настоящий Владимир, а фальшивый. Лже-Владимир это. Так, ну все, пойдемте дальше. Пойдемте устроим бой. Я, правда, еще хочу порыбачить. Так, а куда нам? Сюда? Топь. А, тут сломано, сломано. Сломано. Ага, нам сюда. А че почем? 50 монет? Ну давай возьмем. Давай возьмем за 50 монет.
Я уже придумал, как я его назову. Буду называть этих последователей именами подписчиков и тех, кто участвует в развитии канала, кто заходит на стримы. Ну, в общем-то, все как обычно. Так, ладно, давайте пройдем один путь. У нас есть карты, вы не получаете урона от яда, плюс одно сердечко, проклятие расходует на 25% меньше усердия и наносим в 1-2 раза больше урона оружия. Ну, такие себе, конечно, карточки, ну ладно. Так, я забыл, как бить. Ага. Так, все, вспомнил. Я все вспомнил. Так. Вот эти ужасные пауки. Терпеть их не могу. Куда полетел? Вот тебе. Вот тебе. Вот и все. Так, собираем косточки на воскрешение Чичмана. Кости нам пригодятся. Я не уверен, что это руно, которое на нас сейчас надето, оно как раз таки и дает выбор карт. Не уверен, что оно полезное. О, на тебе, скотина. Как ты думаешь, что ждет тебя после выполнения задания? Что с тобой станет? Ягнята — жертвенные животные. Их выращивают на убой. Возможно, я не смогу остановить тебя, но хотя бы подготовлю к предстоящим страданиям. Он был пятым епископом, нашим братом по имени Нариндер. По-моему, ты это уже говорил. Ты задолбал одно и то же говорить. Кого? Кого? Не надо, не трогай! Ну, это же мои последователи! Это Владимир, по-моему. Владимир и Ямара. Или Ма... Владимир опять умирает. Да что ж ты будешь делать-то? Мана умирает. А, это... Владимир уже во второй раз нас предает. Чего таращишься? Вы коронованные все одинаковые, живете только за счет своих обожателей. Красава был не такой, он оставался верен себе до самого конца. Тебе никогда до него не дорасти. Уйди с дороги, я тороплюсь на игру в кости. Приходи, если хочешь рискнуть по-настоящему. Это можно. Это мы обязательно к тебе зайдем. Это я тебе говорю. Не знаю, сегодня, не сегодня ли зайдем, но обязательно заглянем. Шлю. Да что ж такое? Так, а какая у меня сила? Волна, да, по-моему? По-моему, волна. Пока что не будем применять. Применим на боссе. На каком-нибудь. Да, в принципе, можно и здесь применить. Ну-ка, куда полетел, вернись! Вот тебе молотком порож. Вот это хорошо. Все, идем дальше. Ой, господи. Это что за чебухня такая? Умри! 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 Вот тебе молотком! Паскуда, тварь! Сдохни! Замечательно. Шелковая колыбель. Фонарь, покрытый паутиной. Мы, кстати, очень много этих штуковинок открыли. Но, правда, пока что полезности от них нет. Но когда ты строишь какие-то... Тут, кстати, говно есть. Когда ты делаешь какие-то украшения, они дают веру. Так, босс далеко. Давайте выберем какой-нибудь хороший путь. Тут один бой. Ну тут, в принципе, везде бой, тут последователь. Нам бы последователя получить, конечно, но тут ресурсы. Ресурсы нам не так важны. Тут раз бой, да? Последователь еще неизвестно. Ага, тут можно, кстати, купить последователя. Тут типа говняха, а тут покупка последователя. Тут может быть бой. Но давайте сначала зайдем на говняху. И зайдемся на говно. Навоз нам тоже пригодится. Вот, собрали удобрение. Вот мы молодцы. Попробуем купить последователя. Хотя, наверное, надо было все-таки вернуться. Пойти по правому пути. Скидка 100%. Купить Джона. Берем Джона. Джон Винчестер будет. Пойдет со мной на охоту. Так, все. Отправляюсь в лагерь, я иду дальше.
Жалко, что нельзя возвращаться назад к ресурсам. То есть можно идти только вперед. Вот тебе. Молоток штука мощная, но очень медленный размах, очень низкая скорость атаки. Хотелось бы чуточку побыстрее. Но если очень хорошо контролить и уклоняться, то это вообще замечательно. Блин, сердечек где-то найти бы до босса. А, попался. А, ты что делаешь? Ты что-то новое. Не надо. Нет. Вот. Так, налево пойдешь, сердце найдешь, направо пойдешь, бой встретишь, вниз пойдешь, дальше дорогу найдешь. Хорошо, давайте сердце возьмем. А может, я ошибся? Жорик умирает от старости. А мы не получаем урон от яда, кстати. Нам насрать. Есть яд, нет яда. Нам пофиг. Вот эта карта очень хороша. А они, несмотря на то, что они пауки, они урон получают. А, вот так-то. Дайте сердец. Нужны сердца. Срочно нужны сердца. Мы без сердец не справимся. Огромный череп. Ну ладно. Ладно, огромный череп, так огромный череп. Я буду немножко сворачивать, потому что проверяю, работает ли до сих пор запись. Потому что OBS немножко потупливает. И плюс свет потупливает. Надеюсь, что это не мешает. Но я буду это делать крайне редко. И даже, наверное... больше делать не буду. Так, все, идем к боссу. Блин, не справимся мы с боссом. Нам с картами не особо повезло. Наверное, надо было снять это руно. И просто собирать карты с помощью этого, оккультиста. Так. Так, давай. А, смертоносные перчатки, чебухня, водоворот. Вы призываете щупальца. Давайте возьмем щупальца. Правда, всего лишь 4 направления, но урон будет больше. Надо этого убить срочно, вот. Хорош хилить! Ой. Так, налево пойдешь, сердце найдешь, вниз пойдешь, дорогу к боссу найдешь. Хорошо. Отлично. Замечательно. Умри. Тут, кстати, меня обманули. Тут нет ни сердец, ничего. То есть зря мы потратили половину сердечка и пошли туда. Какие жесткие враги тут пошли. Че, все, нет? Да куда вы все улетаете-то своими жопами? Человеки-пауки засратые. Так, налево пойдешь, мобов встретишь, направо, вниз пойдешь, дорогу к боссу найдешь. Ну ладно. Может быть, я все-таки надеюсь, что тут будут сердечки. Я прям надеюсь на капельку сердец. Хер мне.
Ну да, пошел я нахер. Без сердец обойдемся, без сердец справимся. Тут еще неизвестно, что за босс тут будет. Да бляха-муха, долго думал. Одно сердце. Мне нужно какое-то вампирическое оружие. А, половина сердца осталась. Не, с боссом не справимся. Если сейчас не будет сердец, то с боссом мы не справимся. А сердец нет. Надо снять это руно. От него толку нет. Да куда ты? Ну иди сюда! Ай, ну половина сердца. Два удара мы выдержим на боссе. Ну вот просто весело и замечательно. Хаурез. Ну давай, хаурез, давай. Вот тебе раз, хаурез. Вот тебе два, хаурез. Вот тебе три, хаурез. Тихо. Спокойно. Справиться можем. Можем справиться. Твою мать! Что ж ты делаешь, черт окаянный? На тебе! Потихоньку, потихоньку. Не спешим. Все прям по чуть-чуть. Хорош. Вот тебе хаурез. Хорошо, что у нас нет урона от яда. Прям замечательно. Вот тут с картой повезло. Ай, больно. Ладно, добиваем. Сука, ты какая! Я думал, он плеваться будет. Так, хорошо. У нас есть еще шанс. В принципе, надо кого-то принести в жертву. Тина, Дина, Вельзевул. Ярар. Давайте Лексуса принесем в жертву. Он все равно самый бесполезный, он очень плохо работает. Лексуса принесем в жертву. Вот и все. Там оставалось на один удар. То есть Лексуса могли в жертву не приносить. Ну ладно, Лексуса в жертву принесли. Нового последователя получили. Собственно, мы молодцы. Бревно, золотой самородок. Давайте золотые самородки. Ой, хорошо. Справились. Справились, пары. Прям молодцы. Все, следующий этап это уже босс. Я думаю, что босса мы победим в следующей серии. Сейчас я предлагаю немножко позаниматься нашими обычными делами. То есть сходить на рыбалку, сходить еще куда-нибудь, заняться поселением, посмотреть, чем они живут, чем они дышат. А уже потом идти на этого босса Шамиру, потому что надо немножко прокачаться. Совсем чуть-чуть. Так, получить откровение. Ну давайте святилище уровень 2, давайте. Святилище уровень 2 будет открывать больше... Быстрее, наверное, будут делаться припасы. Так, и поселение 4 уровня нужно срочно открыть. Я пока что не знаю, как это сделать. Это или ждать откровения, или ходить его собирать везде, где можно. Так, все кушать! Кушать сказал. А, сегодня у нас на обед мясной рагу. Давайте мясной рагу. Так. Кушать подано. Я сам съем. Ням-ням-ням-ням-ням.
Восхвалим овечку нашу за еду эту. Говно уберем. Кто насрал-то? До туалета кто не добежал, спрашиваю? Не могут добежать до туалета. Так, а что у нас здесь? Тут цветная капуста. Давайте соберем всю цветную капусту, потому что они будут сажать потом свеклу, а свекла нам очень нужна. Свекла дает возможность сделать очень хорошее блюдо, которое дает одни положительные эффекты. Они, кстати, давно у нас ничего не просили. У них не было никаких запросов. Типа там накормить кого-то говняшкой, кто-то там шпион. Где все эти запросы-то? Так, есть, готово. Давайте обучим. Так, это у нас будет Коля Огурец. Коля Огурец, он молодец. Выбор облика. Надо что-то зеленое. Давайте, пусть будет каким-нибудь паучком. Хотя нет, Коля Огурец пусть будет жабкой. Жабкой зеленого цвета. Вот. Все. Так, кого мы убили? Мы принесли в жертву Лексуса. Предлагаю следующего последователя назвать Лексус. Так, иди-ка ты возделывай землю. Так, это у нас Лексус. Давайте какой-нибудь облик. Какой-нибудь истопей, вот этот вот, например. Нет, вот этот вот с гнойниками, токсичный такой Лексус, принять. Пойдемте, проведем проповедь. И может... Так, я вот этого забыл. Перевоспитать. Я тебя перевоспитаюсь сейчас розгами. Все? Ну ты собака такая. Я буду молиться за твою душу. Тебе повезло, что ты в тюрьме, я бы тебя вознес. Все на проповедь. Все на проповедь, сказал. Собрались. Давайте, 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 давайте. Давайте все на проповедь. Стариков приносим жертву. Надо чуть-чуть посильнее прокачаться, чтобы оружие было более мощное. Тут вот как раз сила праведных 4, священное оружие. Это что такое? Вы можете получить 3 новых проклятия во время походов. Максимальный запас усердия увеличивается. Ну давай запас усердия. И сейчас открывается... Да, открывается новый уровень. Прежде чем идти на паукана, нам необходимо раза 3-4 прокачать проповедь. Так, новая заповедь. Давайте, наверное, загробная жизнь. Возвращение в землю или почитание бренных останков. Вы получаете доступ к постройке компостное захоронение. Тела умерших, умерших последователей превращаются в удобрение. И скорбь об умерших. Вы получаете доступ к постройке могилы с надгробием. Давайте могилы с надгробием, потому что вера увеличивается на 2 единицы, когда последователи скорбят у надгробия. Пусть они поплачутся по своим знакомым и повысят мне веру, потому что вера иногда проседает туда-сюда, туда-сюда. Хотелось бы, чтобы она была более стабильная. Так, заповеди. Заповеди есть. Хорошо. Что по ритуалам? Оживление. Давайте, мы обещали поднять Чичмана. Безумный Макс, Марна, Барбатос, Безумный Макс. А где Чичман? Владимир, кстати, вот. Надо Владимира тоже поднять, но мы Владимира... Владимира. А Владимир у нас жив, нет? Возраст 55, а Чичману сколько? Чичману возраст 46. Здесь Владимир уровень 1. Как много у нас было Владимиров. Везде Владимиры. Повсюду эти лже-Владимиры. Членство 42 дня. Давайте по членству. Чичман всего лишь 34 дня. У Владимира более высокий статус, поэтому давайте пока что поднимем Владимира, а потом поднимем Чичмана.
О, Владимир, воскресни! О, Владимир, явись! О, Владимир, на каменоломню быстро съебись! Так, все, пойдем дальше. Кто сломал опять? Так, давайте посмотрим, что по построечкам. Тюрьма, это что такое? Могила с надгробием. Три элитных камня надо, да сейчас, добойдутся. Мне нужно святилище. Три дерева не хватает. Три элитного дерева там готово? Готово. Три элитного дерева есть. Хорошо. Все строите, а я пока что тебя приму. А ты кто? А, это Хаурес. А, давайте Хауреса, знаете, как назовем? Назовем его Марк. Тоже один из подписчиков. Выбор облика. Пусть Марк будет каким-нибудь ежиком. Хотя нет. Пусть будет рыбой, пусть будет акулой. Вот так вот, прям такого цвета. Настоящая такая акула. Гроза морей. Иди построй что-нибудь. Давайте улучшим. И пойдем, наверное, с вами на рыбалку. Рыбалку мы с вами любим. Любим ловить рыбу, потом рыбу продаем. И все у нас будет хорошо. Монет, кстати, навалом. Так, осветить материалы. Давайте вот так. И вот так. Так, работать быстрее. Усерднее работать. Быстро, я сказал, работать надо. Все работают, никто не ленится. У нас в поселении работают все. Ленивых изгоняют. Или в тюрьму сажают, или в озере топят. Или возносят. Так. Тут пусто, что ли? Чего? Чего ты хочешь? Чего, Лексус? Не знаю, как вам об этом сказать, но если вы действительно способны творить чудеса, почему наше поселение выглядит так бедно? Ты что, охренел, что ли? Оставить украшение. Ты охренел, что ли? Где бедно-то? Ты смотри, как живем хорошо. Бедно ему. Индюк. Ну ты Лексус, а? Индюк набитый. Я тебе сейчас покажу, бедно. Украшение. Даже если честно, не знаю, что можно поставить. Давайте кристальный фонарь. Хотя нет, фонарей у нас и так в хате полно. Давайте огромный череп. Вот. Где-нибудь вот здесь. Чтобы знали, с кем они имеют дело. И что-нибудь поменьше. Может быть, бочка с костями. Вот это им будет напоминалкой где-нибудь. Я даже не знаю, где это поставить. Пусть будет возле туалета. Вот так вот. Все. Попробуем продать что-нибудь. Мясо у нас навалом, рыба это дешево, это очень дешево, это я продавать не буду, и так добывается очень тяжело. А что тут, кто умер? А, это Жорик. Ну вы что, его сами взять не можете? Взяли, отнесли. Вон могила есть, все хорошо. Давайте по центру. Ну, упокойся, Жорик, я тебя особо не знал, но, наверное, ты был хорошим последователем. У меня все последователи хорошие. Так, идем на рыбалку. На рыбалку! А, нет, мы сначала пойдем, наверное, сыграем в кости. Там какой-то этот, злая черепаха какая-то наглая приехала, говорит, что мы, типа, якобы с ним не справимся. Но мы-то справимся. Мы покажем этой зазнайке... Как у нас в лесу дела делаются? Шлю-шлю, ну здравствуй, набираешься храбрости сразиться с лучшим из лучших? Да давай. Мне вот этот вот нужен. Игра в кости. Начинается Шруми. А, его зовут Шруми-Жруми. Шестерка, херась, а ты не обнаглел? А у меня четверка. Тоже неплохо. Так, тройка. А у меня пятерка. У меня пятерка. Тоже неплохо. Ага, мог, кстати, сломать мою пятерку. Я сломаю твою тройку. Ибо нехрен. Ибо не наглей. Ага, ты сломал мою пятерку. Вот ты зараза, конечно. А у меня бонус. А вот так вот. А у тебя тоже бонус. Вот ты собака.
Единица. Нахрена мне единица-то? Что мне с единицей делать? У него тоже единица. А ты не жил Дун ли часом? Слушай, по-моему, ты жил Диш. Он шестерку неправильно поставил. Он мог получить бонус. Но он тупорез. Ну ладно. Так, а я уже пятерку поставить не могу, да? Давайте сломаем его пятерку. Не должны дать ему выиграть. Ты чё, охренел, пес? Вот ты псина, конечно, вот тебе за это. Вот так-то, понял? Ибо нехрен. Да он Жилдун. Черепаха Жилдун. Так, двойка. Двойка, ну хорошо. Вот ты... зеленокожая скотина. Это не расизм, это просто, это правда. Земноводная тварь. Единица. Нахрена мне единица-то нужна? Дай нормальные кости. Четверка. Ну давай четверку сломаем, ладно. Мы не должны дать ему выиграть. Пятерка. Двойка. Ты у меня не выиграешь? Я тебе говорю, ты не выиграешь. Опять двойка. Единица. Да господи, а что мне с этой единицей-то делать? Мне надо ему шестерки сломать срочно. А, он выиграл. Ах ты, зараза! Ну-ка, давай еще раз. Давай реванш. Нет, нет, нет. Я отсюда не уйду. Давай реванш. Я сказал реванш. Заново. Заново давай. Вот тебя. Это нормально. У меня тройка. Что на это скажешь, Жилдун? Тройка. А? Жилдунидзе. Вот и сиди там со своими единицами. Вот тебе четверка. Так, нужна пятерка. Еще четверка. А? Как тебе такое, Илон Маск? Ах ты, зараза. А вот так? А вот так? А вот так? Ха-ха-ха-ха. Вот и все. Вот и все. Ах ты, зараза. Так, двойка. Ну давай будет 1, 2, 3. Давай соберем определенную комбинацию. Ах ты, пес! Ты смотри, что он делает. Я тебе говорю, он как-то желдит. Он как-то кости пробрасывает. Прям те, которые ему нужны. Ну, тройка. Мы все равно немножко отстаем. Двойка. Ну хорошо. Пять. Ну мы проиграли опять. Опять побеждает Шуруми. Ты что делаешь-то? Ну-ка давай реванш. Нет. Я отсюда не уйду, пока ты не... проиграешь. Ты проиграешь, я тебя уничтожу. Тройка, вот тебе, раз. Ага, у него четверка. Я тебе говорю, он жил Дун. Он жилдит с костями. Вот тебе четверка. Надо играть на уничтожение, наверное. Но он тоже так делает. Двойка. Ты смотри, что творит. Ну вот тебе тройка. Вот тебе двойка. Я тебе говорю, он специально, он как-то кости намагничивает. Ты чё, чепушило, делаешь такое-то? Четверка, да? Четверка. Вот, у меня есть четверка, все. А что ж не четверку-то не выбил? Выбил бы четверку, сломал бы мне весь ряд. Жилдун. Он Жилдун.
Он специально выбивает те кости, которые ему нужны. Я тебе говорю, смотри, что делает. Жулик. Это будет долго. Так, четверка. Ну давай вот так. Так, двойка. Давай сюда двойку. Вот так вот. Ну сломал ты тройку, ладно, не беда. Шестерка. Вот тебе, вот мне бонус. Я думал, сломает мне целый ряд из шестерок. Пятерка, да? Давай тебе здесь, наверное, сломаем пятерку. Так, пока что есть шанс. Пятерка, вот тебе. Даже не знаю, сделать ряд или сломать ему пятерку. Давайте попробуем сделать ряд. Не будем ему ломать, не будем ему давать места для кубиков. Вот тебе тройка. Так, удача отвернулась от него. Его спалили в желдеже, дали по рукам, и он... Все, он сдулся. Вот и все! Вот и все! Шлю-шлю, ага, вот и есть шлю-шлю. Хорош. А если бы мы играли на части тела, к руке кланка добавились бы бараньи ребрышки. Тебе повезло, возьми, может реванш или боишься? Давай карту сюда. Карту сюда, я с тобой играть больше не буду, ты желдун. А, внутренняя сила. Усердие медленно восстанавливается. Хорошо. Я с желдунами не играю. Вот так-то. Так, пойдемте немножко, наверное, посмотрим, что у нас творится в маяке. Заберем оттуда благодать. И, может быть, даже чуть-чуть половим с вами рыбеху. Совсем чуть-чуть. Вон там какая-то огромная, гигантская рыбеха. Давай, иди сюда. Давай, 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 давай. Хорош. Ага, это был осьминог. Давайте выловим всю большую рыбу. Вернемся в поселение. Проведем проповедь. Может быть, там заповедь обновилась. Хотя маловероятно. Большая рыбеха. Ну нафига мне эта маленькая шелупонь-то нужна? Вот так. Трава? Серьезно? А рыба-то где? Где рыба-то? Давай, 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 давай. Опа. Хорош. Так. Ага. Я почему-то подумал, что можно сесть на лодку. На лодку сесть нельзя. Там еще он... Нет, это маленькая. Или большая. Ну, давайте еще одну поймаем. Вот эту вот. Вот эту большую рыбеху. Лепеху-пепеху. Опа. Рыба-шар. Тебе нужна рыба-шар? 10 монет. А, купить можно рыбу-шар. Я не буду у тебя рыбу-шар покупать. Так. Давайте сгоняем в пещеру Мидаса. Посмотрим, что у нас тут. Тут надо 10 слитков. Надо, кстати, не забыть следующую серию 10 слитков. Так, это взять. Это взять. Это взять. Взять, взять. Монет полно. Как-то уже дорого становится. Ну ладно, вот так вот. Надо, короче, делать обязательно золотые слитки. Пытаться покупать контракты у Мидаса. А, давайте, мы давно не заходили в грибной грот. Давно не отдавали грибы. Вы наносите урон врагам, с которыми сталкиваетесь при кувырке. Вы наносите на 30% больше урона. Ну давай, 25 монет. У нас почти все карты Таро, нам осталось 9 карт.
Нате твои грибочки. Записывает, декларирует. Да, да, эти сгодятся. Ладно, я обучу тебя ритуалу, только никому о нем не рассказывай. Отойди, не то тебе тоже мозги промоет. Ну давай, показывай. Вот это приход. Промывание мозгов. Вы можете провести в храме ритуал психологического воздействия на последователей. Вера останется максимальной в течение 2 суток. Новая заповедь. Вот это полезно. Вот это хорошо. Готово. Как видишь, я промыл мозги своим опасливым последователям. Какое-то время они будут делать все, что я скажу, и их вера в меня будет крепка, как никогда. Правда, после этого многие из них заболеют, но это уже их проблемы, не мои. Проблемы индейцев, ковбоев не волнуют. Я тебя научил всему, можешь идти в свой храм и проводить ритуал. Давай сюда камень. Так, ну хорошо. Давайте вернемся домой. Культ добра и бобра. Там Лексус должен быть доволен, мы выполнили его задание. Где он? Лексус! Так, получить откровение. Поселение. Поселение максимального уровня. Вот это красота. Все строить. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Разудись рука, разойдись молоток. Вот, ты смотри, за все золотое, все красивое, все прекрасное. Так, Лексус. Так, это не Лексус. Лексус. А где у нас Лексус? Это у нас Марк. Ты еще тут? Давай, пойдешь на перевоспитание. Так, Лексус, Лексус, Лексус. Да, опять умер. Ну чё, ну что вы смотрите-то? Шоу окончено, все, умер он. Вы труп не видели? Продолжайте работать. А это кто у нас? Здесь покоится Финик. Ну, пусть покоится с миром. Земля к праху, пух к пуху и так далее. Лексус, 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 Лексус. Это Владимир, это... Вот он, Лексус. Гнойный Лексус. Ну хоть что-то, ах ты токсичная скотина. Просьба выполнена. Пойдемте, наверное. Надо этого-то выпустить, я совсем забыл. Пойдемте... проповедовать. И, наверное, на этом будем с вами заканчивать. В общем-то, не буяньте, старших уважайте, зубы чистите, на меня продолжайте работать. И все будет хорошо. Поселение наше будет расти, все будут счастливы, все будут сыты, все будут довольны. А пока что пиздуйте отсюда нахуй. Я мог бы провести ритуал, но у меня нет грибов. А, вы мне тут монет оставили? А я забыл. Они мне тут монет оставили целую гору, целую кучу. Так, мне нужны золотые слитки. Это обязательно, это важно. Я хочу заключить договор с Мидасом, чтобы был золотой слиток. А что тут можно еще построить? Круг демонов первого уровня можно построить. Давайте построим. Точнее, не первого, а второго уровня. Давайте достроим. Дайте я помогу строить. Круг демонов штука полезная. Она позволяет, я так понимаю, отдать жизнь последователя и получить демона, который будет тебе помогать. Вот мне кажется, что Лексус пойдет на мясо в следующий раз. Коля Огурец дает половину эфемерного сердца. Випар наносит ближайшему врагу удар каждые несколько секунд. Ну хорошо, ладно.
В общем-то, победим мы паука в следующей серии. Дальше узнаем, что там будет с этим, с тем, кто сидит в цепях. Мы его наконец-таки освободим. Посмотрим, что он нам скажет, посмотрим, что он нам даст. И, скорее всего, серии через 3-4 мы тоже его победим и на этом закончим проходить. Ну а сейчас, как обычно, подписывайся, жми на колокольчик, обязательно ставь лайк, комментируй, если есть что сказать, что рассказать, рассказывай обо мне своим друзьям, делай репосты. В общем, удачи и до новых встреч!